котельной. Вечер четверга, Железногорск. На электроподстанции произошел серьезный пожар. Без света остались 295 зданий и почти 20 тысяч жителей северной части города. Более чем в 100 домах отключилось водоснабжение. Место происшествия оцепили сотрудники полиции, прибыли 8 пожарных машин и полсотни МЧСников. Потушили пожар лишь к 11 вечера. Но самое главное сделать успели. Пламя не перекинулось на соседние боксы. Железногорцы рассказывают, что во время пожара многие начали паниковать. Все схватила сумку, начала скидывать лекарства, документы. Готова была бежать, потому что недавно здесь живу, вообще первый раз такое наблюдаю. Было страшно, правда.